КФУ стартовала конференция по проблемам евроазиатского региона. Участие в ней примут более 200 ученых из 25 стран. Они представят доклады по политике, истории, лингвистике, объединит выступление «Общая идея. Проблемы евроазиатского региона». В старой татарской слободе Казани открылся бесплатный трогательный зоопарк. Зоопарк будет работать круглый год. КНИТУКАИ займется разработками лазерных технологий вместе с германским институтом Фраунгофера. Вузы подписали меморандум о сотрудничестве в Дрездене. КФУ предложили создать центр компетенции по использованию высокопроизводительных вычислительных кластеров. Среди основных задач – поиск новых партнеров, готовых поделиться опытом использования технологий НРС. В Татарстане состоится всероссийский турнир по рыбной ловле. В зачет принимаются только 5 видов рыбы. Главный приз – современно оборудованный катер.